Всем привет, лохматые мои! Сегодня мы вместе с вами, да вы не поверите, возвращаемся к нашей всеми любимой черноволосой доске. Спросите, зачем? А дело все в том, что я не снимал летсплей на эту часть. Вообще, то бишь, она просто пролетела мимо моих глаз. Но уж лучше поздно, чем никогда. Поэтому наверстаем упущенное. И вообще, на днях мы предложили поиграть в Metal Hospital 5. Наверное, следующее видео именно будет по нему. Проходить мы будем и на второй, и третий подвальчик. Потому что, я думаю, первый, он же всем наскучил. Вот, выберу медиум. Потому что, я не знаю, этот подвал, я могу там проебаться. А мы вообще-то должны это пройти. Ну и по стандарту нам нужно собрать 8 учебников. Да, мы играем за шкилу, если что. Спускаемся по карьерной ступенькам, да. Идем. Так, опа, гляньте, нам тут даже подсказку сделали. Если мы пройдем выход, мы увидим эту табличку. Вообще, вместо этой таблички можно было повешать грязные трусы слендерины. Так, тут шины какие-то. Значит, тут есть машина. Ой, уйди отсюда, вон. Тебя тут не хватало, видите ли. Задели мы ее чувства. Дверь закрыта. Ну и хуй с вами. Че тут столько мошек, блядь? Слышь, ты, Чамора, ты что, с кровати упала? Пугать-то так? Идиотка, блядь, совсем. У тебя там вот бочки с пивом. Тебе вообще не стыдно нахуй такого делать? Откуда ты столько пива достала? Я все равно, когда уйду, я эти бочки с собой заберу. Ну, дверь закрыта, ну почему? Там что, слендерином мастурбируют? Нам не нужно на это смотреть, понимаете? Так, тут мы были. Пойдем, пожалуй, вперед. Блядь. Почему я так медленно хожу? О, ключик. Это же очень круто. Вот, ребят, слендерина для меня — это не просто игра, а целая ностальгия. Вот скажите, какая ваша часть была самая первая? Вот мне прям пиздец как интересно. Так, о, мы использовали ключик, это же круто. Так, шкаф. В нем даже скелета нету. Блядь, еще одно твое появление, слендерина. Твой оставшийся зубной состав докоснется до ближайшего унитаза. И я тебе не шучу. Лошадь, блядь. Взяла, сука, меня перебила. Да тебе не стыдно, ладно, пойдем сначала вот сюда. Мне бы хотя бы одну книгу, я еще нихуя не нашел. Ну как так-то? О, падон. Привет, падон. Хочешь, я тебя с собой заберу, чтобы ты больше не пытался тут с ней? Блять, как ты меня заебал это уже. Творог подзалупный. Сейчас заняться, что ли, нехуй, а? Иди лучше сиськи себе накачай, уебище позорное. Блять, у нее тело похоже на деревянную доску, я вам серьезно говорю. Ладно, так-то это не моя запара. О, первый учебник. Отлично. Я когда их все найду, я обязательно их сожгу. Так же, как этот ебаный лабиринт. Ведь согласитесь, люди, это не похоже на подвал. Это просто сплошной лабиринт. Вот первый и третий подвал, они еще нормальные. А это, сука, это сплошной лабиринт, я вам серьезно говорю. Вообще, я заметил, что у слендерины абсолютно в каждой части меняется харя. Ну вот серьезно, разрабы намекают на то, что она очень много падает, и при этом меняет свои формы. И прикиньте, в далеком прошлом этот скример должен был нас напугать, господи. Ну и кринж. Ладно, пиздуем. Опа. Слендерина, ты чё, лошадь? Дверь-то выебала. Фига ты кобыла. О, ключик! Это же шикарно. Ну, спасибо. Ой, ещё и учебничек. Ну, ты прямо наградила меня так. Да почему в скелеты... Ой, в шкафах нету скелета. Так неинтересно. Опять дверь выебала. Ну, ты дура. Открываем. Ну, тут, конечно же, пустенько. Даже борща нету. Ну, ты жадина, конечно. А чё тут? О, третья. Да, блядь. Уберись нахуй, доска. Воняешь ты страшно, нюхать невозможно. Она ж не цветок, чтобы ее нюхать, блядь. А вот, слендерина, ты свои китайские фокусы прибереги на потом, пожалуйста, вот реально, заебала уже. Вот не надо мне свое страшное очковое ебало на весь экран пихать. Опа, картина. Пиздец, ты красотка, конечно. И у нас четвертый учебник. И какая-то лампа. Нет, слендерина, ты, конечно, красотка. У меня аж встал, я вот серьезно вам говорю. Ладно, идем дальше, люди, так-то. Что-то она как-то редко появляется. Какие-то фокусы показывает. О, еще один шкаф. Даже не вижу смысла его открывать. Ну вот, а за учебничек спасибо все-таки. Ладно, откроем, хуй мы. О, ключ. Охуенно, да уйди ты, блядь. Вот накаркал, что ее нету. Вот она и появилась. Опачки, попочки. Тут у нас соус для шаурмы. Прямо на полу. Ну ладно, ладно. Спасибо и за это. Пошлите дальше. У нас один ключ. И осталось найти 3 книжечки. О, уже 2 ключика. А вот это вот хорошо. А вот это вот прям охуенно. Ой, блядь, оно ползет. Ебать ты, конечно, сарделька на лапах. Еще видели у нее там тело какое, когда она ползет? Она была похожа на жареную колбаску. Вот знаете, чем мне нравятся старые игры девелопера? Потому что они вот простенькие, но при этом интересные. Вот серьезно, они всякие эти ваши айскримы, да и монахини. Это что за корыто? А, там, походу, слендерина валялась. О, книга, прям рабочка. Да уйди ты! Хуй ты обиделась. Че, слилась, да? Ха-ха, теперь люди, знаете, она родилась в корыте. Вот так-то. Так, там мы пока не пойдем, я хочу открыть вот эту дверь. Нифига, тут коридор. Не люблю такие коридоры, ну ладно. Блять, все, шкафы меня обижают, я больше не буду их лапать. О, привет, подруга.
Вот чего ты там за дверью решила от меня спрятать, а? У тебя ж нету сисек, можешь не стыдиться и прям как мужик выходить с голым торсом. Ой, в смысле, с голой талией. Поэтому, блядь, ее здесь нет, ну, наебала опять меня. Ну, вот что за ты такая сучка? О, 7-й учебник. Это очень, кстати, хорошо, да. Сколько там еще осталось? 1? Да, 1. Окей, идем искать. Я, кажется, уже догадываюсь, где он может быть. Вот спорим он за этой дверью? Да, это было ожидаемо. Ну все, 8 учебников мы собрали, а теперь на выход в шкилу. Да, пора идти учиться. А, все, по карьерной лестнице поднимаемся к выходу, вот и все. На изи, на самом деле, прошли. Блять, хуй ты орешь, что за упоглотка, что срать хочешь, что ли? Ну вот и все. Прошли мы в второй подвальчик и увидели гнилую шею Сландерины. Это было что-то ужасное. Но сейчас мы приступим проходить именно третий подвальчик. И пройдем мы его на харде, потому что он очень легкий. И он один из моих любимых. Ну и суть тут точно такая же, собрать 8 книг. Эх, вот почему именно книг? Куда столько книг, сука, я не понимаю. Блять, ну ты точно волшебница. Фея Винкс, блять. Ты даже свои ебало в компьютер поместить умудрилась. Блин, отдай мне свои способности, пожалуйста. Так, блять, ну почему шкафы все время такие пустые и бесполезные? Вот меня это реально бесит. Ключик! Сейчас мы будем этим ключом ковыряться в носу Сландерины, может найдем там клад? Не знаю. Открываем. Вообще, мне кажется, это не подвал, а офис. Блять. Я ж вижу твою серую сосиску, которая у тебя из стены торчит. Вот она реально, думаешь, она такая беспалевная? Ну, ты, конечно, и куроёбка. Блять, я слышу же ее. Фига у тебя руки на сосиски похожи. Кто тебе их сломал? Блять, ты это... Что с руками сделала? Они у тебя кривые. Ну, ты даешь. Ладно, пошла нахуй. Опа, книжка, нифига, я бы сейчас ее просрал. Спасибо, что помогла мне найти книгу, курица. Так, ладно, открываем вот эту вот хуйню. Что у нас тут? Книжка прямо в ведре, в которой посрала Сандрина. Да ты заебала за углом прятаться, бесишь. Ты что, стесняешься меня, что ли? Господи, что тебе стесняться? Мы же тебя уж все знаем, как свои 5 пальцев. Поэтому не стыдись. О, ключ, отлично. Вот, люди, этот подвал, ну, или же офис. Его пройти можно за 6 минут даже на харде. Я вам серьезно говорю, он очень легкий и интересный. Ладно, пиздуем дальше. И тут, конечно же, опять слетает очень много пыли. Ты бы хоть стенки бы помыла, блядь. Они у тебя гниют. Так же, как и твой мозг. О, еще кабинет. Тут ничего нет, очень жалко. Я аж пукнула от несчастья. А тут что? И вообще, вот если вы будете открывать эти кабинеты, просто обязательно чекайте вот эти вот двери. За ними может лежать книги. У нас, кстати, уже 3. Активировали мы дверь. И за это мы получили еще один ключ. Знал бы я бы нахуй, вообще бы ее не открывал. Смысл? Реально, эта игра очень логичная, конечно же. Тут нихуя нету. Ну идем тогда сюда, висеньки. Ну ладно, открываем шкаф и пиздуем отсюда. Все. Какой большой выбор, куда пойдем? Ладно, пойдем сюда. О, мы использовали... Блядь, сука, как-то неожиданно. Блядь, я сейчас возьму твою бошку, сука, я тебе ее в унитаз глубоко запихну. Ты говном захлебнешься и сдохнешь, тварь. Блядь, какая же ты тварь, сука. О, книга. Блядь, Сландерина, я твое лицо об стенку размажу. Уёбище ты. Дура ты без интеллекта, так же, как и без титок. Блядь, тебя нахуй негра посажу, сука. Ты будешь на нем сидеть всю оставшуюся жизнь, поняла? Коза, блядь. Ладно, все. Сбавим немного гнев. О, какая интересная шоколадная дверь. Закрыта. О, нифига. Ну вы меня прям радуете. Открываем нашу шоколадку. Что, это ее личный офис, я так понимаю, нихуя себе. Часы. Надеюсь, они на меня не ёбнутся? Надеюсь, нет. Так, слава богу, из этой страшной ебаной картины никто не вылез. И мне это уже хорошо. Да уйди ты, тупорылая. Нифига ты. Нифига картина, блядь. На этой картине изображена она, когда хочет сосать. Лилипутиха, блядь. Ну серьезно, что за уродство? Кто тебя рисовал без руки, урод, Сландерина? Выкиньте свои портреты на помойку. Или вообще продай бомжам. Ладно, открываем это, я уже не знаю, что я говорю. Тут унитаз, блядь. Ты что, так неудачно в Бургер Кинге поела? Да чё, сука? Я просто тебя спрашиваю, чё ты сразу злишься? Не, ну вы видели, у нее весь унитаз в дерьме. Она жрет хуё. Ва. Еще у нее из ведра вылез какой-то хуй. Ну это, конечно, прям скример. Я прям обокакалась, слушайте. Девелопер, вы просто мастер пугать. Вот серьезно. Ладно, открываем. Что здесь? Опять бесполезный шкаф. Ой, беру свои слова обратно. Ебать. Еще книга? Ну нихуя себе, джекпот. Не, ну это прям... Это прям просто супер. Спасибо большое. Ну вот сейчас мне они дали 2 книги. А остальную последнюю книжку я буду искать очень долго. Это коварная, так сказать, идея разрабов. Серьезно, сука, последняя книга лежала прямо у выхода. Ебать, я слепой. Походу, пора носить очки. Ладно. Все, съебем на выход. Бегом, ас. Живенько. Ну вот и все, ребятки. Прошли мы и третий подвальчик. Хуль вылупились, опарыши.
Не видите, у меня запор. Ах, и да сукин сын, я же вижу, что ты не поставил лайк. Thank you за просмотр. Отписываемся, ставим дизлайки и подписываемся на Купленова.